объясню ситуацию вкратце. Ты тоже было такое вот, типа договоренное ПВП. Сначала наших было двое, с их стороны тоже где-то так двое. Потом к нам подошли, то есть к нашим игрокам подошли. Еще там где-то в сумме 6 стало, потом и к тейкам подошла парочка. Потом наших уже стало 13-12 человек, ну это плюс вылетевшие, там, считать по одному человеку, ну, несущественно. Но с тейков, со стороны тейков было человек побольше. И нашим пришлось, конечно, обороняться уже на нуи. И выходить им как-то и не давали, и особо смысла не было, потому что врага было больше. Но пришла наша КПшечка, в сумме 5 человек нас собралось там из нашей КП. Ну, мы пошли, типа, ну, пофаниться, чё бы нет. Бафнули все дела, это уже на месте. Ну и нас где-то сравнялось. Мы вышли из нуи, то есть собрались все, уже получается где-то, вот как вы видите, 17 человек. Ну это минус вылетевшие, окей, там, 18, 17, 15, где-то так. Вот, кто зашел, не зашел, кто опять вылетел. И мы выходим из-под нуи. И заносим этих тейков обратно вместо нас, под нуи. То есть убиваем их, и они оказываются на нашем месте. Но перевеса ни в чью сторону нету, как такового. Два человека, это далеко не перевес, ни в какую сторону. Тем более, сомневаюсь, что у нас было больше. Вот, по крайней мере, равное количество. И теперь поменялись уже ролями, они стоят под нуи, количество одинаковое. Мы стоим на харе и просто тупо ждем, пока они нападут. Следующую картину вы можете просто наблюдать по видео. Не должна отозваться никаким образом. Ну, они могли умереть просто. Я в этом... На ждущий режим сразу ставьте. На виброзвонок. Вибрация, да. При приближении тейков поэтому начинают вибрировать. Ищи огонь. Они, смотри, готовятся ворваться. Слышишь меня? Готовятся. Можно ворваться, да, дать долги стражи, чтобы они туда посыпались. Но это... Очень интересно занять. Пошли. Да, идем рано. Заходим, заходим, заходим. Пошли, пошли, пошли. Блядь, даже не рекрутность. На первой воде. Прыгните в воду, бейте этим слакером, который упали. Сейчас все повылетают, блин, и все. Блин, не очень удачный день. Сейчас вот. Просто все в воде. По сердцу ориентируемся, по сердцу ориентируемся. У нас рвается уже. Ассистент. Да. Видите, у нас рвается. Все, отошли справа, справа, дамагер. Вот с этой стороны, видите, где сердце? Отошли, дамагер, зашли его. Бушники работают уже по нам. Лимиты прожали быстро все. Тогда и шкиллер убейте. Заяц, 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 ты где находишься там? Заяц, иди сюда, не тебе там делать, туда перейди, ты вот здесь идет за ним. Ой, меня дорвать сейчас. Пошли, нам больше не нужны люди, нам достаточно. Но все. Один вышел, один вылетел. Ничего страшного, один слайки, я в курсе, что там люди слайки. Переезжаем даже без них. Они с другой стороны обходят. Трое вышел вот здесь, на сердце, за тестом, активно. Тут самые рекивые лучники вышли. Езжаем просто сзади, все. Быстрее, 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 давай, Мегер, работай. Я помогаю. Держу этого минуса. Тоже держу. Отлично. Тухан, я даже забавку с ним ходил. Все, порта открою, пойдем. Угу. Вот, 15 минут до росы можно побежать просто, чтобы сами ушли за метками. Сюда Рейд придет и все. Сюда Рейд придет, они нас перейдет, вот эти как бы. Ну и твои, конечно, не дожидаться, сразу идти. Можно вот здесь стоять, на спотах. Они выйдут сейчас, подожди, я просто смотрю на их бафы, да, и они ни хера, по-моему, не хотят выходить у него. И перебафуются даже. Пусть не заметны. Я просто бафы спотаю, я не хочу на них, там еще раз бафы слушаю. Так, ладно, давай, с какого ты нас перейдешь? Все, окей, призыв сейчас, призыв есть, все уходим в призыв, просто сразу ментально. Паза причем. Зил, давай. Потому что они будут смотреть на спугу, наверное. Потому что они спугают. Ну а всё, давай, тигр, заметь, круто. Кто-то скинул? Сел! Круто, заметь. Нет, не смотрю, не смотрю. Я не там себе пытаюсь найти. Не, обидно. Понимаешь, что он выиграл, да? Ты понимаешь, что он выиграл? А сколько? Нет, пузырём мы. Принимаем, сразу, сразу. Принимаем. Ходим, сейчас поставить. Ходим. Спасибо всем, что пришли. Я не спасибо, что тоже пришёл. Спасибо, ребят. Спасибо. А все началось с двух человек.
чем больше вот таких моментов будет, когда вот так вот будем унижать их, тем лучше будет, я в курсе, да, все нормально. Отлично, все поработали, бар, возьмите вечерные источники, я реально уже бандить буду скоро, без источников бегать, пиздить на бар. Ну, это актуально, если у нас есть тренинг, если мы пишем, если мы...